Лисенок. Это он там вот в коробочке. Какой он маленький. Меньше, чем наши. Как вы его заметили-то? Да на ежика был похож. Слушай, правда, малыш. А он такой, достаточно откормленный. Я смотрю, что он не худощаенький. Что такое? Все хорошо? Да, меньше, чем эти. Он меня за маму принял, сразу к ногам прибился. Я не мог его оставить. Ну, человечности не хватило. Ну, конечно. Она его, получается, уронила, что ли? Бежала, наверное. Просто в поле. Ну, вообще он легенький и худенький. Угу. Тем более, что я говорю еще раз, если бы он был сытый, он бы не побежал за человеком. Ну да, он что-то гавкал, пытался, потом уснул. Ну гавкают они, это своих зовут, когда. Ну он пить не умеет, к сожалению, попытались ему водички дать, его надо через шприц пока как-то. Разберемся. Скажите, а я смогу как-то потом узнать? Центр реабилитации животных сирен, канал на Ютубе. Доставка лис. Доставка лис. Доставка лис. Центр реабилитации. Ну просто центр сирен на Ютубе. Не пугайтесь. Сохар, не волнуйтесь. Я говорю такой, честно, ну. Вы не поверите, у всех я на Ютубе смотрел вчера раз. На канале, как лисенка вот такого же вытащили, его уже там паразиты сожрали, все такое, он в сетке какой-то запутался. Афина ТВ, знаем мы таких. И вот сегодня со мной это произошло, как знак какой-то. Можно я его потрогаю тоже? Центр как еще раз? Сирин. Центр Сирин. Да, это мы. Покажи зубья. У него уже есть зубья. За 50 километров ехал отсюда. Ну вы молодцы, конечно, да. Увидели, оттормозились, да? Чего ты икаешь? Ну да, благо машина. Давай, сейчас пойдем. Спасибо вам большое. Да вам спасибо. Я так честно, ну. Подписывайтесь, и как бы мы там периодически публикуем. Не часто, потому я что выпускные животные, они контактируют только вот, ну, как бы, осмотр ветеринарный. Вот. Угу. Дальше, как бы, они в вольере дичают. Ему холодно, Ксюша. Ему не холодно, нет. Ну, действительно, она меньше сильно, я думаю, она? Угу. Вот, да, кстати, интересно. Да, это просто она. Там она, да, это девонька. Девонька, нет. А имя дали честь. Ничего страшного, сказать. Бывает, девочка. Все, хорошо, мы пошли смотреться, кормиться. Скажите еще такой вопрос. У вас какая-то коммерческая основа и составляющая есть? Вы можете благотворительный пожертвование оставить, как бы там на сайте есть все ссылки, да. Все. Ты сказала про YouTube, а не про сайт. Ну, а на YouTube есть ссылки думаю, под видео. Да. Под каждым видео есть ссылки и на сайт, и на все остальное. И к вам можно приехать посмотреть просто, да? Что... Ну, на них смотреть будет нельзя, потому что они, еще раз, они выпускные. То есть они как только они пройдут обследование, ну, все наши лисята, они все содержатся в вольере без контакта с человеком. Ну, у нас сейчас еще два едут из Воронежа и один из Москвы. Да, сейчас их будет много. Даже с Москвы привезли. Ну, еще не привезли, пока привезут на днях. Там все плохо. Там люди нашли, 3 дня кормили хлебушком, и из 7 один. У остальных кишечник стал, у нас тут ветеринар как бы, ну, понял. У нас частая история, на самом деле, с лисами, но я взрослых видел, а вот таких вот, которые прям под колеса, ну, на дорогу. Единственная дорога в поле, блин. Ну, нельзя куда-то. Я потом вам запись видеорегистратора скину. Да, да, потому что мы, кстати, можем даже на канал выложим. Да, малышка? Вот, все, я извиняюсь, что я это не помню. Я пошла. Все, спасибо, да, всего доброго. До свидания. Что-то очень страшное происходит. Очень что-то страшное случилось, очень. Что у нас беда приключилась какая-то. Не боялись. Все, у Ксюхи снова выброс окситоцина. Пойдем. Она вообще очень тихая для лисенка. Правда, вся. Маленькая это. Сейчас будем кушать. Слушай, а когда мы вот собрали лисят там у нас в аэропорту, да, они тоже были тихие. Они только потом, когда уже освоились, стали звать. Но он же говорил, что он тявкал. Не, она вообще, он как видишь, она не шло, спала. Она скрутилась. Сил нет, скажи. Да, холодненько, как бы. Сейчас будем кушенькать молочко. А у тебя есть с собой? Да. Чего? А здесь я не сезон. Все, у меня теперь всегда с собой. Никаких проблем дома даже. Mm. Есть в машине, я вспомнила, что есть дома. Соски, по-моему, только нет, большой, ну, здесь. Сейчас посмотрим, что там есть. Если что, шприца есть. Это как раз на проблему. Главное, что сама смесь есть. И есть, спасибо большое. С
смеси кому? Или кому? Смеси кому? Есть Critical Care. А, Critical Care, да. Которые, да, нам подарили. Спасибо огромное. Всем, кто подарил, да. Вот. Ну, нам несколько дать. А еще Ксюха не непричесанная, Ксюха из душа. Вот прям вот ее вырвали. Вот. Колбаски. Это колбаски как маленькие, какие-то колбаски. Люди. Сколько есть у нас? Колбаски. Ай, Ксюха. Да, и по вопросу слышать речь. Животные, идущие на выпуск, не должны слышать речь, но тогда, когда это животное находится в вольере, в позитивном контакте. Сейчас как бы сейчас смысла нет просто. Все равно, да. Сейчас нет смысла, потому что мы завтра будем обследоваться, все будут тискаться людьми, как бы, и все остальное. То есть мне сейчас важнее понять, что она здорова, либо что она нездорова, как бы, ну, понять, что с ней. Поэтому сейчас много выйди на свет, проводить, пожалуйста, с ней времени, именно потому что мне надо сейчас понять ее состояние. Чего она, как она себя ведет, как она ест. Как только мы поймем, что все хорошо, она пойдет в вольер, и уже тогда никаких вот таких вот у нас не будет взаимодействий. Да, малыш? Малыш? Вот. Пристали. Сейчас мы узнаем, сколько ты... Ять! Угу! Мы узнаем, сколько ты весишь. А, может, мисочку? Да, надо мисочку, мы так не влезем. Не-не-не, посиди там чуть-чуть. Сколько? Не видно. Так отошли ты. Сейчас, подожди, сейчас еще лапоньку сложу. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Стаканчик. На. Да она вылезает. Тихо, стой. Ну, 505 грамм. Полкило лисы. Это что-то вообще как-то дофига даже. Ты прямо так весишь дофига, да? Ты такая сладкая. А что ты такая холодная и такая вялая? Ты умираешь, бедная лиса? Нет? Да. Угу, девочка. А, вообще не такая. Она прям вот. Телетосик. Ну, потерялась давно, значит. Ну, видимо, да. Короче, потом пойдешь мыть руки и все остальное. Мне дают. Помни о том, что мы с тобой привитые, а бежится домой. Лиса. Мне нужно тебя сфоткать на превьюшку. Да, она какая-то вообще... Она очень это, тихая. Она тихая и какая-то очень вялая на ощупь. Мышцев нету. Сахара мало. Ну, сейчас мы ей дадим, короче, все. Посмотрим. Я тебя не буду на коленочки класть, потому что это опасненько. Да? А у тебя есть, может, какая-нибудь тряпочка, полотенечко? Зачем тебе? Ну, чтобы ее на ручки. Него класть. Нет, ну, кто знает, что, чтобы штаны не стирать, потом засовывать. Вот. Бедная обезвоженная лиса. Но она реагирует, она следит, он за тобой. Она реагирует, но все равно, видишь, как заторможена. Угу. Я таких маленьких не видел. Доброе время видели? Уже не детская. Разбудили ребенка. Нет, лучше не. Она, говорит, никакая. Конечно, особенная. Специалистов подвезли, я смотрю. Продолжение. Ника, есть редкая возможность снять диванного эксперта, его, естественно, на диване. Эксперт на диване. Здравствуйте. Эксперт по маленьким лисам. В данный момент, да, по маленьким лисам. Были бы соус, по-моему, посол. И вот наша вечерняя программа. Расскажите, что вы думаете об изоляции? Самоизоляции. Самоизоляции, да. Ну, пожалуйста, да, самоизолируйтесь, как и мы, 19 пример. Что вам сказать? Наш изоляция такой проходит прекрасно. Итак. Ой-ой-ой, она уже это довольно заактивнее. Ничего не нравится, проснулся, значит, ребенка. Ребенок. Не, она, знаешь, вот обычно диких зверей берешь, когда вот этих вот детенышей, даже слепых, они как комочки, нет, они на ощупь как комки вот прям глины, то есть очень плотные, и там шкуру не прожмешь, и она очень плотна к мышцам, то есть и даже не ухватишь за шкирку, там все это. Волосы дыбом стоят, но на зубы нет. Да, это просто пух.
Она костлявая, то есть реально у нее шкурка очень неплотно прилегает, она обезвожена. Неправильный зоолог. Так, аккуратнее. Ее шкурка стоит. Можно я Артему ее? Не надо мне давать. Диван эксперт. Артем не прибитый, между прочим, от бешенства. Ну, не надо никуда прибивать. Не облизывай руки, Артем. Так? Да. Не буду. Смок в нос? Ну, лис. Или лис. Да, не прибитый, Артем не прибитый, видишь, какая беда. Тебя от меня не прибивали, да? Не кусай лису. Блин, ладно, пойду. Ты все-таки взять ее хоть? Аккуратно под лапки держи. Ну вот. Как там много грусти? Ты спасена. Ну, мать. Подожди, пока. Подожди, не каркай. Не каркай, да. Да, то есть сейчас это все. Непонятно же, что с ней. Так ты так себя и ведешь, по-моему, всю дорогу, да. Я спасен. Ну, что ты жулик. У меня в машине? Нет. Вот она реагирует на предмет, на кошки поднимает глаза. Ну, на шум, да, она. Просто замедленные все реакции, это вот реально как оглушение у человека. Ну, просто сил, может, нету. То есть, реально, наверное, она давно потерялась. Она очень худенькая. Так, Тёма, давай. А по идее, слушай, если она... Там же могут и другие быть. Поймал на дороге ночью, то поймал. Он же может помнить, где он поймал. Там будут другие. Может, ее одну потеряли. Будешь пасть разжимать, нет? У тебя просто зубы уже. Тебя как молоком-то кормить. Так. Ну, потому что смесь наиболее питательная. Мама, я не буду. Нравится? Нет, так не надо кусать. Давай я тебе налью, сама поешь? Наливай, я уйду. Хочет, смотри. Заливайте в ведро. Вот. Ну, хорошо пошло. Знает, что хочет, это самое главное. Ты с молочком смешала, я да? Я с молочком смешала, да. Потому что просто сейчас давать мясину не хочу никакую, чтобы, ну, мало ли, если у нее что-то стоит в кишечнике с роял канином, это... потому что белок не пришел. Нормально, что у нее розовые клыки и розовые? Нормально. Сейчас тебе тогда налью. А ты скажи, налей, отойди, Тёма, подержи, да, еще секундочку, сейчас миску принесу. Прям в грудинах. Без языка, помню, походу. Ну. Без языка, пожалуйста. Вы не с одного леса. Не умеет. Все. В таком возрасте уже, конечно, можно мясо, но не в таком состоянии просто. Mm. Вот сейчас лучше теплую все-таки пищу. Иди сюда, малыш. Злобная Ксюха таскает их за шкирки. Постелись, да. Салфетку-то, чего-то. Все, это мало. Нет, за пальцы нет, сиськи нету. В машине. Туда идти холодно. Сама можешь. Да пусть они зубастые, они просто уже соску из этой сгрызут. Mm-hmm. Тоже. А экономика должна быть экономной. Ты знаешь, кольцо сопротивляется, по-моему. Нет. На его грызли. Стала с него вцепиться, потому что побыстрее шло. Нет, соска она вообще соусом присосалась. Просто, ну, я говорю, она ее покусает, как бы, и соска на один раз получится. Жадно веселись. Не давись. Ты поснимаешь со стороны тоже, как мы снимаем? Тоже не, просто чтобы ролики не были как бы одинаковые, да, и можно будет на разные каналы их залить. Про а ты возьми тот телефон. Это просто всем 115 раз. Который All's Plus. 115 раз пояснить. И он выключен. Что мы дома, потому что самоизоляция...
карантин. Samsung S10. Ну, да. И мало кто работает. Угу. Поэтому сегодня в клинике нет у нас ночного врача, потому что ночной врач, который в клинике работает, осталась на Украине, и в Россию ее не пускают. Она была у родственников и, короче, осталась там. Вот. Женя, поэтому врача сегодня нет, поэтому мы у меня дома все. Всякие ножки, коленки можно снимать женские? А, там... Там много обнаженки, Ника снимает не только коленки. Нет, я сегодня это... Очень целомудренно тебя снимаю. Целомудренно меня снимаешь? Да. Ты все? Ну, мы же о детях, про детей, для детей. Нет, не все. Может, отдышаться надо, она же обыкалась сразу. А ей можно сразу так много, можно. Если она долго она не ела? Это же молочко. А, жиденькое. Я потому и даю сейчас молочко, как бы, а не мясо, чтобы не встал кишечник. Угу. Чтобы, если у нее что-то стоит, блевать было легче, извините. Угу. Потому что у них вот те лисята, которые в Москве умерли, из которых вот только один выжил, угу. Там же еще очень много аспирации. То есть, еще того, что кишечник встал, их тошнит. Угу. Вот, а за счет того, что там еще хлеб, который плохо выходит, они еще его и вдыхают. То есть они вырвать нормально не могут. Угу. А молоко, если что-то, как бы, ну, оно просто заблевает и заблевает. Вот. Решила пойти куда? Какать или просто пойти? Живот совсем пустой вообще. Угу. То есть вот она сейчас немножко наела, он вот разошелся. Там еще покормишь? Сейчас посмотрим. Просто она засуетилась, может, она хочет писить. А с чего бы ей хотеть писить, если она ей нечем? Да просто. Хотеть-то это не мешает, даже когда нечем. Котейка. Еще будешь? Чуть-чуть. Тепленькая пока. А что это вы все делаете? Ну зачем это все? Полчасика с них посидеть хотя бы, посмотреть, не будет ли она обливать. Если не будет, то можно, в принципе, спать отправлять. Коробочку? Да, сейчас какую-нибудь коробочку я найду. Тоже там у нас про прошлый сет писали, типа, а что нельзя опилки насыпать. Опилки можно, и они есть, но мы сейчас их не будем сыпать, потому что нам надо опять-таки увидеть, что будет из нее выходить. Вот. То есть никакие наполнители, пока мы не получаем из животного исход впервые, mm-hmm. мы не насыпаем, чтобы видеть, какая консистенция стула, был ли он, как бы была ли моча и какая она там по цвету, запаху и всему остальному. То есть она сейчас как бы, ну, тряпочку какую-нибудь подложу, на которой все это будет видно, и все. Mm-hmm. Только так. Потом уже, конечно, можно опилки насыпать спокойно, чтобы ей было комфортно и хорошо. Очень. Слушай, ну она бодрая, шевелится, в общем-то. Она заторможена шевелится. Она заторможена, она да. Должна она... Так... У нее шкура стоит. То есть вот обезвоживание. Да. Вот. Она, во-первых, не оттягивается, во-вторых, вот видишь, остается. Угу. Я оттянула, как бы, и кожа до сих пор не разошлась. Вот. Да-да-да. Вот она. Вот. Мой защип. Вот, вот он. Да, он да. Стоит, все. Это очень сильно обезвоживание. А капельницу им не ставят или какие-нибудь? Если там... сама пьет, лучше, чтобы сама пила. Угу. Можно поставить капельницу с глюкозкой, если ее, говорю, начнет рвать, тогда мы начнем ее капать. Угу. Потому что надо посмотреть, как бы, ну, ее либо усвоится, либо она начнет блевать, тогда мы будем ее капать. Угу. Малышей таких при обезвоживании можно капать подкожно. Угу. Это вообще не критично, то есть, ну, потому что в вену попасть трудно, можно первый там объем поставить подкожно, оно рассосется. А дальше уже, когда вена наполнится внутривенно. Да и по глазам видно, что глазки подвалившиеся у нее. Угу. Вот. Ну, выражение лица может быть разное чуть-чуть, а вот то, что шкура стоит, это как бы очень четкие признаки обезвоживания. Угу. И воняешь. Ты пукаешь там тем-то. Чего сразу пукаешь, ты воняешь? Она такая какаськами стала пахнуть чуть-чуть. Да тебя так изо рта пахнет, а? Откуда пахнет? Тьмак. Видишь, глаза завалившиеся? Угу. Ну и ладно, главное, чтобы не бег.
Если что, у меня все в машине есть, можно и покапать. А так, весенний сезон у меня все, я и Маша, то есть все, кто с нами работают, ветеринары, кто принимает млеков, все с собой возят смесь и соски на всякий случай, потому что, ну, такие вызовы, они могут застать, в принципе, вот в душе. Вот. Да? В душе могут застать? Хорошо тебе? Колбаса-то? И все? Спать. Решила спать? Ну, это тоже как бы не очень нормально, ты же понимаешь, должно быть сейчас изучение, дети, как зверь, бы, да, волнение. Тут даже вопрос не то, что бояться людей, а просто хотя бы изучать новое место. Даже домашний зверь, как бы, он должен проявлять активность, как бы, и жажду познания. А она не проявляет, у нее лапы достаточно холодные. Молоко тепленькое мы дали, это хорошо. Ну, пукает это на самом деле хорошо. Mm. Это значит, что кишечник работает. У него другому усилие. Нет. Нет, это там проблемы и все остальное, но сама перистальтика, значит, есть. Я после этих лисят, у которых там хлеб встал, как бы они закончились все за одну ночь. Немножко как бы... Ты не ешь молоко, ты лежи молоко. Она пытается его уже кусать. Давай, если сегодня с молока все будет хорошо, то завтра мы тебе дадим мясо. Им-то пельмени. Со своими пельменями. И на самом деле... Вкусно же было. Блин, ну не смешно. Было. Ты же съел все. Хлеб с сосисками. Хлеб с сосисками и закончились. Из семи шесть малышей закончились. Тесто отделять от мяска. От мяска. Заботушка. И эти специи выковыривать с солькой. Обсасывать нежно. Вот ему клёвывать. Лисика, не слушаешь, дядя? Мы тебе хорошее мяско дадим. Настоящее, а не из пельменей. У нас, кстати, мышку можно разморозить, да. Не, а у тебя же живые есть. Зачем я живую сейчас? Куда еще живую мышку? У меня размороженная есть. Ну, ее можно сделать не живой. Так есть заморозка. Ну, давай. Зинкины же. Подожди сначала, она посмотри, что она не блюет у нас. Проходимость есть. Сейчас только это, да, мы ей на утро мышеньку разморозим. А, на утро, да? Там как раз молодые мышеньки. Нет, если она сейчас прям, не знаю, все нормально, все пойдет и все покакает чем-нибудь. Угу. Надо понять. Зашевелилось. Я говорю, молоко плюс, что оно еще, я его подогрела, что оно еще теплое. Меньше вероятность того, что оно вызовет при ее общей холодной температуре, как бы тело, ей проще усвоить. Что-то тепленькое. Пойдешь? Куда это? Ой, мы писаем на меня. Ура, работает! Да. Мокренькая, тепленькая пошла. Ксюша, иди в душ. Сейчас пойду. Вещи стирать, да? Подожди, еще покакать, нет? Какать будешь? Ну хорошо, молочко зашло. Да ты ж моя рыжая прелесть. Ты теперь и самый любимый зверь Артема. Написал на Ксюху. Ну ты моя сладкая, ты меня обосяла. Я не ожидала, что так быстро это сделаешь, если честно. Это не ты зря, я тоже ходила. Ты же зря. Я же не вся обоссана, только частями. Скажи фыр-фыр-фыр. Уруру. Уруру. Лис говорит уруру. Так, да. Мокренько теперь. Ты какать будешь или нет? Или все, мы с тобой закончили? Все, хочешь? А ты? Ладно тебе. Это дети, так бывает. Что может сделать Артёма счастливым? Довольно женщина, как автобус. Женщина. Ты моя малышка. Будет ли всё? Так, хорошо. Пока не решил. Иди-ка ты на пол.
Покажи, покажи, покажи. Так, вон, она меня обоссала ровно как бы вот прям. Там, да. Ну, можно в душ не ходить, чё. Извините. 18+. 18+, да. Ещё в молоке я немножко. Видишь? Да, это ты написала тут. Да. Написала. Посмотрите пока, как она ходит, а поснимайте тоже, потому что мне поза не нравится, она сейчас все какать должна начать. Пускай какает, где хочет. Вот, вот это, конечно, скукоженность ее. Ты покакай? Да. Что еще? У меня есть лайна. Это такое средство, чтобы мыть все от животных, их запахов. Видишь, какая остановка? Кать, так, я пошла мыть. Сам. Тебя. Там. Везде. Шатает маленько. Лес поехал, да. Бывает. Бедная. Лапки странно ставятся одни. Ну, вообще здесь скользко, конечно, по паркету, поэтому... Давайте сядем на кровать, Ксюхе. О, Никита здесь. Никита, сними их отсюда. Тут идеальный вид. Вот чем люди заняты поздно вечером. Что, лисичку снимают? Смотри, как разница, да, как снимают камеры. Вот это лучше. Я могу подсветить немножечко, не знаю. Так, с этой... Поведение, значит, не все так плохо. Ну, видишь, у нее сзади лапки иксиком прям как-то странно. Лапы. Люди так же ходят. Ну, это же ненормально. Странно она делает. Да? А что не так? Ну, вот это вот, она горбится вот так, складывается. Так не должно. Ножки разъезжаются, да? Нет. Можно просто так. У нее должна быть ровная спинка. Она у нее вот колесом, и она зачем-то задние ноги прям вот так. Ну, чтобы не скользили, вцепляется, нет? Не знаю, нет. А зачем она вцепляется? Или перелом таза. Да, если бы был перелом таза, она бы, наверное, не ходила. Давай поставим на диван, где будет скользко. Да не, вот. Что, хвост поджал и страшно? Ну страшно, конечно, трогают. Я не знаю, какие у малышей должны быть суставы там и все это. Но они не должны вот так вот прям горбиться. А хвостиком-то она шевелит вообще? Я говорю, может быть, там перелом. Ушиб, скорее. Крестец, да, или что-то такое там, спазм от боли. Ну, считай, что потащил у собой лапу. Угу. У людей, я говорю, когда там всякие переломы таза или травмы, есть симптомы утиной походки. Угу. Вот тут то же самое. Вот у нее не гнутся, да, ножки. Да. То есть там мышцы спазмируются, как бы, чтобы, ну, кости пожалеть.
Чисто защитная реакция. Ну, ты знаешь, если бы у нее был перелом, наверное, она бы так не ходила активно, ей было бы просто больно. Ну, она прям спокойно или ходит, как... Или вышибли, я не знаю. Может, пинал кто-то. Ну, кто спинал там? Наверное, шнарут. Да если бы ее пнуть, она бы не осталась живой, по-моему. Ну, как бы болячек нет, покусов. Ну, это рентген надо делать, скорее всего. Сейчас Ксюха придет, расскажет. Да? Да? Ну, такое может быть еще из-за почек. У меня есть версия дурацкая. Хотите озвучу? Давай. Она хочет какать и просто... Артем, ну да, дурацкая. Тяжесть в животе, да? Простите. Она после таких высказываний уже не хочет. Блин, говорит, не стыдно. Села на бок. Все, нашла нору себе и села. Из-за почек может быть такое. Легла. Вот, все, лиса. Так, сейчас я включу теплый пол. Мы загнали лесу в угол. Завтра. Не боитесь. Не какала? Нет. Да у меня есть версия. Она плохо ходит задними лапами и это самое. Не гнет их. По да, кости. Не сгибает. И все. Ее болезненность там. Да. И хвост не гнется, тоже не шевелит. То есть это как-то вот так вот выглядит. Артем. Я думаю, что это может быть как раз связано с болезненностью, как бы в этом. Может, с почками что-то и у нее. Почки все нормально, отличные почки. Да. Но у людей, я говорю, такое Фопит. Бывает, когда... Фопит, ну, я говорил? Нет, потому что она прокакаться, может быть, не может. Такое бывает, что если у нее как бы стало... Артём! Я говорил? Ксюша, бери его себе на ставку. Я говорил? Да, ты молодец. Я предлагала, сегодня я крепостной уже приехал. Все. Нет, как ветеринара бери. Как ветеринара брать можно? Вы не хамите, девушка. Так козу доить, малышей кормить. А мало мне тоже крепостные. Тебе же мне как крепостного отдали с самого начала. Прекрасно. Привезли. Сколько за меня заплатили? А, да я вот до сих пор расплатиться не могу, видишь, я приехал. О, разговоры пошли. Ой, это она, да. Да. Я не знаю, ВКонтакте с тебе высылаю. Разговор, нет, контакты уже скачаны, потом сейчас. Через Яндекс.Диск, она полноценная. Можно... А что сразу на канал? На настройках, там настройки. Да все равно потом скачет, тут неудобно видео, просто через Яндекс.Диск как бы. А он не загрузит файл такой большой, там ограничение по размеру. У него уже купленный. Там он сжимает файлы, чтобы... А что, она будет сейчас еще тявкать? Ты цела? Да. Я помылась. У меня все хорошо, в общем-то. Не первый день, который на меня сыт или срет. У меня же такая хорошая работа. Да мы же вообще ничего. Работа мечты. Мы тебя не укоряем. Нет, мы с тобой будем продолжать общаться. Да? Да. После такого вот? Да. Мы продолжим с тобой разговаривать? Да. Мы толерантные. Ничего страшного, со всеми случается. Может, у каких-то переломов, ушибов я там не почувствовала, как бы по спинке я ее водила, и чувствительность у нее есть, и она этими лапами... Спину она гнет. Водит, как бы, да, она ходит просто так, как будто она ходит спину по лапам. Спину она гнет, тебе еще... Она не может. Тебе еще надо из салфеточек шапочку такую свернуть. Легла, и все, и решила тут умирать в уголочке. Не надо так делать. Что-то там уснула уже. Она спала. В процессе. Процесс остановился. Что там у тебя? Заводики болят? Так-то видишь, вот они ножки как бы работают. Угу. И тазовые, они в принципе нормальные. Хвостик они хвостик поджимают, да. Все нормально. Я же говорю, я там еще пощупала. Вон, то, что спину гордит, как же так. Я еще раз говорю, это может быть болезненность просто с... Спазм. Ну как бы болезненность. Спазм, да. Если животик у нас болит, то мы можем так ходить. Он еще вздувается, я не знаю. Когда там нечему вздуваться. Когда там газики. Там может быть нечего. Ты же станешь, что не можем, там нечему вздуваться, он худой.
Очень. Там могло просто встать еще на обезвожке, какая-нибудь последняя какашка или какого-нибудь говна могла наесть. Это тоже бывает от голода, просто чего-то несъедобного сожрать. Камень. Ножницы. Раз, два, три. Взгляд, боже мой, что со мной делают эти люди. Ну, копочку муки. Продолжай, женщина, продолжай. У меня еще много чистой одежды, не переживайте. У меня никогда не было такого опыта. Спазмолитики всякие. Да? Вы можете поговорить об этом. Ты икаешь? Угу. Икаешь? Ты что-то, я говорила, есть, да? Что? Это коты? Какой-нибудь. Сорокалов, точно ты, он работает. Да, но он же и этот. И что? На перистальтику влияет. Нет. Как нет? Не только это рвотный центр. Все. Это сирене в машине, конечно, есть. Не пойдем за ним. Вот и комната какая-то. Ну, тяжело все дается, да? Давайте поставим. Ну, это болезненность. Все у нее шевелится, просто ей очень... Можно посветить ее? Тяжесть в животе, да? То, что ну, это как бы... А может живот? Может, короче, нужно с пармезаном. Нет, ее же не дует. Я говорю, это может быть как раз тем, что просто кишки уже слипают. Там что-то встало сухое. А если подумать? В попу? Можно в попу, через тряпочку. Ты что? Все-таки не к добру, у тебя щека дергалась. Если бы мне не было жалко лесу, я бы, конечно, пошла на такие изыски. Дать тебе медунуть в попу через тряпочку. Ну, через трубочку. Да. Лягушек надавал в детстве, да, я смотрю? Нет. Кто-то. Классно слышу. Он уже есть лягушенька. Вот ты точно. Не слышите меня. Ты меня рукой дернется. Ты животики могут из голода болеть. Не обязательно вздутие. Да? Не тошнит? Дайте уже поспать человеку. Ну, как бы тоже не очень хорошо. Сейчас поспать часик, а потом еще все-таки приставать. Смотреть на нее. Да, малыш? Вот это у нас конец сами дергается. Час спать. Час на часик в тепло поспать, да. Ты же видишь, она укладывается. Угу. Думает, как лечь. Ну, она в машине так ехала, она спала. Вот, так она вот тут вот уже спала. Да. Все. Она потявкала, легла, и это... Я уже вытащила ее комочком. Угу. Я сейчас в ванной включила теплый пол, потому что она холодненькая. Угу. Поэтому в ванну босиком ходите аккуратно. Он такой. У меня просто грелки нету, поэтому я включила это грелку понятно. На полквартиры. Блеешь? Мне кажется, она хочет закопаться просто. Наверное, свет надо погасить. А то он тревожит. Да. У меня попка носится ее. Пошли ставить, пускай переваривается. Сейчас еще.
комочек. Сфоткаем. Да фоткаешь, греет. А, тебе посветить? Тепло. Да нормально все. Она здесь будет стоять? Пока да, сейчас хотя бы час. Здесь просто самое теплое место, быстрее прогреваешь.